Русы майка менен сүйрөп чыгып, омурткага доо кеткен да ошондо. Эчтеке билбейсиз, эчтеке болгон жок деп коюп, эми түрмө ден соолук бербейт экен да ачыга. Демек сиз кайда учился будете? За рубежом. Ну, я вам скажу так, что есть приглашение от... Я сейчас, наверное, об этом могу сказать. Я знаю, что очень была большая поддержка, может, и вы знаете, от социнтерна. Это организация, которая объединяет, по-моему, чуть ли не 180 или больше даже социал-демократических партий. И личное приглашение было от премьер-министра Испании, он президент социнтерна. Я знаю, что он сам подключался к этому вопросу, его правительство. Я очень благодарен. Очень большую работу провел генеральный секретарь, вот, который сейчас ушел уже, Луис Аяло. Он ко мне в тюрьму приезжал, в тюрьму даже. Я, конечно, благодарен. И я думаю, что ну, я просто обязан тогда пролечиться в Испании. Я хочу заранее сказать, что я очень благодарен премьер-министру Испании, правительству. И, конечно же, социнтерну. В первую очередь, социнтерну и моим сторонникам здесь, социал-демократам, особенно молодым, вы знаете, очень постарался. Темирлан Султанбеков с моим сыном Кадырбеком и все остальные очень помогали.